все эти регалии перед талантом Юрочки. Так его всегда называли – Юрочка. И это была абсолютная правда. Так называли его, потому что очень любили, потому что, встречаясь с ним, удержать улыбку было невозможно. Я вам скажу, что недавно я включил телевизор и увидел, что идет фильм «Объяснение любви» режиссера Ильи Абербаха. И там играл Юрочка. И оторваться от фильма было просто невозможно. Вот. А тут же я вспомнил, как замечательно он играл в «Родне» совершенно другого человека. И вообще есть вот в нашей профессии и такое. Есть такое понятие «человек с тысячу лиц». Вот можно играть разных людей, прячась за грим, сильно меняя внешность. Юрию не надо было этого делать. Вот он мог играть разных людей, совершенно не похожих. Но, оставаясь собой, ему не надо было менять лицо, ему не надо было как-то прятаться за гримом, он изнутри чувствовал, понимал людей. Вот. И должен вам сказать, что действительно, вот Авангард Николаевич вспомнил про его рисунки, а в квартире и Сергеем Савиной, с которой он очень был дружен, висел его портрет, автопортрет, в виде такого пса, такой собаки, Юрочка. Трёх был очень похож, значит, на себя и на собаку, а был сделан этот автопортрет именно потому, что Ирина Сергеевна сыграла в картине «Дама с собачкой». Вот. И Юра ей подарил этот портрет всякий раз, когда там собирались гости, а Юра по какой-то причине не мог прийти. Вот этот его автопортрет на стеночке был, и он всегда был с нами.